Воронежцы, представители сильного пола, сейчас находятся в томительном ожидании. 27 мая в нашем городе пройдет бой за звание чемпиона России и СНГ по боксу в полутяжелом весе среди профессионалов. За титул будет драться наш земляк Сергей Шарапов. Противостоять ему будет сибиряк Евгений Швиденко. По мнению организаторов боя, предстоящий поединок станет событием европейского масштаба. Наши корреспонденты пообщались с соперниками перед боем. 21 мая прошла пресс-конференция претендентов на титул чемпиона России и СНГ по боксу до 76 килограмм с участием воронежского боксера Сергея Шарапова и Евгения Швиденко, красноярского бойца, тренирующегося сейчас в США. В активе каждого из бойцов нет ни единого поражения. Это событие, можно с уверенностью сказать, что европейского масштаба. Оба парня входят в топ-200 мира по рейтингу боксерскому. Победа в этом бою даст возможность попасть боксеру в топ-50. Что это значит? Это значит, что максимум еще один бой, и это уже звезды мирового уровня. Путь бойцов к славе был очень тернист. В свое время оба спортсмена надолго бросали любимое дело, работая охранниками, телохранителями. Однако бойцы вернулись в спорт, потому что без него представить свою жизнь им трудно. Для меня, допустим, бокс – это искусство самовыражения. Я так сам себя выражаю, то есть в ринге. Я получаю от этого большое удовольствие. Воронежский боксер Сергей Шарапов родился в городе Лиски. Старший брат привел его в боксерскую секцию в 10-летнем возрасте. К 15 годам выиграл первенство России среди юношей. Является боксером-панчером. Старается завершить бой одним ударом. 5 из 9 своих боев завершил нокаутом. Действующий чемпион России в полутяжелом весе. До своего первого поединка на профессиональном ринге Сергей имел огромный 8-летний перерыв в карьере. Однако в 31 год он сумел вернуться на ринг и одержать 9 побед. 27 числа он будет отстаивать свой титул. От боя к бою все как-то искал, пробовал, как, в какой манере тренироваться, так как таких у меня тренеров не было, как у Евгения, профессиональных. Искал нужные пути, как себя подвести к боям. Разные методы тренировок пробовал. Но немножко нашел к 10 бою. Соперник Сергей Евгений Швиденко также довольно опытный боец. Пробивался в состав сборной России по боксу, но из-за отсутствия финансов был вынужден временно завершить карьеру. Являлся спарринг-партнером Сергея Ковалева, чемпиона мира по версии WBO, и Андрея Уорда, бывшего чемпиона мира во втором среднем весе по трем версиям. Евгений тренируется у известного специалиста Энди Крофта. Я не приехал душу изливать сюда. Я сюда приехал боксировать, да, забирать титул. Отметим, что на данный бой приедет знаменитый российский боксер Денис Лебедев. Наблюдать за матчем будет порядка 3000 человек. Василий Захаржевский, Дмитрий Хлебный, 41 канал.